Нужно здесь понимать, что боевые действия ведутся исключительно на территории Азербайджана. Мы признаем территорию Азербайджана и ее целостность, включая, кстати, Нагорный Карабах и все эти 7 районов, которые вокруг него, которые оккупированы Арменией. Мы все, то есть в России считаем, что это территория Азербайджана. Значит, мы не имеем права вмешиваться и говорить, что Азербайджан нападает на Армению. Потому что Азербайджан ведет боевые действия на своей территории. И Россия не имеет права быть инструментом удержания в оккупации азербайджанских земель Армении. Понимаете? То есть мы не должны вообще наши солдаты за это класть голову и вообще вступать в конфликт с Азербайджаном на стороне Армении. Это вообще было бы в корне неправильно, это было очень бы серьезной ошибкой. ОДКБ тем более не поддержит. Давайте понимать, кто в ОДКБ входит. Те же самые этнические тюрки, да, казахи, киргизы, да, ну и, скажем, таджики, как мусульмане, да, тоже будут всегда в любом случае поддерживать азербайджанскую страну. Беларусь, несмотря на то, что, как говорится, пусть и этнические христиане, скажем так, тем не менее, Беларусь тоже придерживается позиции, что Армения должна, так сказать, здесь идти на компромисс и все-таки возвращать территории, которые она удерживает. Вот. Поэтому в результате этого мы говорим, что, я говорю, мы это Россия, мы говорим, да, Азербайджан и Армения, они находятся в боевых действиях. Мы, конечно, призываем их остановиться и начать переговоры. Но мы не вмешиваемся в сами боевые действия. Но здесь хотелось бы еще как бы обратить внимание, что, конечно же, если будет вмешиваться третья сторона, вот как раз начали-либо, как говорится, к чьей-то стороне конфликта, да? Ну, в данном случае мы, конечно, подразумеваем Турцию, которая может вступить на стороне Азербайджана. Вот тут, конечно, мы будем говорить, что, конечно, это уже неприемлемо. Особенно, если Турция атакует совсем с другой стороны, со своей стороны, с границы, где она граничит с Арменией, да? То есть здесь, конечно, Россия будет защищать Армению от Турции. Это вот как бы вот это мы четко даем это понять. То есть Армению мы защищаем. Да, безусловно, участие Турции будет усугублять эту ситуацию, да, и мы, конечно, будем, как говорится, делать все возможное, чтобы Турция не вмешивалась в данный вид конфликта. Но, скорее всего, мы понимаем, что если даже Турция не будет вводить войска, то она в любом случае, там уже в азербайджанской армии есть инструкторы турецкие, есть советники турецкие, ну, возможно, какие-то спецподразделения тоже, возможно, там есть. Вот, это мы должны это понимать. Вот, но как бы это не широкомасштабное участие Турции, да, это вот какими-то, так сказать, частичными, скажем так, элементами, да, включения, которые как бы еще не перешли вот эти красные флажки, которые мы выставляем как Россия. Вот это мы должны понимать. И, безусловно, Россия не даст Азербайджану обстреливать именно непосредственно территорию Армении. Я имею в виду, собственно, вот саму территорию, где, в рамках бывшей армянской ССР. Вот. Но что касается, еще раз говорю, боев в районе этих 7 районов и в районе Нагорного Карабаха, здесь, как ни крути, мы за мир, но воевать мы за Армению не будем.